Первое в этом году заседание рабочей группы по погашению задолженности в консолидированный бюджет Московской области прошло в администрации Одинцовского округа. На него были приглашены 30 юридических и физических лиц с общей суммой задолженности по налогам и арендной плате за землю во все уровни бюджетной системы региона более 119 миллионов рублей. Наибольшие суммы долга образовались у общества с ограниченной ответственностью «Магна» порядка 39 миллионов рублей и «СП «Контакт» более 31 миллиона. В период подготовки к заседанию рабочей группы 6 должников частично или в полном объеме погасили задолженность на сумму 1 миллион 180 тысяч рублей. Надеемся, что те, кто хотя бы сегодня был, частично погасят, а остальные, которые не явились, наверное, все-таки что-то тоже частично смогут погасить. На этот раз на заседание явилось 7 должников. Как всегда, срок погашения задолженности для всех одинаковый – 15 число текущего месяца. Стоит отметить, что в 2019 году было проведено 13 заседаний рабочей группы. На них явились 153 должника с общей суммой задолженности по налоговым и неналоговым доходам во все уровни бюджетной системы региона – более 567 миллионов рублей. В результате работы комиссии в казну было возвращено около 274 миллионов рублей. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».